Добрый вечер. Сегодня 17 октября 2019 года. В Москве прошло награждение победителей премии «Импульс добра 2019». «Импульс добра» – ежегодная премия за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России, учрежденная Фондом региональных социальных программ «Наше будущее». Премия присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, журналистам, СМИ и высшим учебным заведениям России. За 7 лет премия была вручена 79 лауреатам из 17 регионов России. Традиционно в адрес премии и фонда «Наше будущее» каждый год поступает большое количество приветствий и теплых слов поддержки. И этот год не стал исключением. Для приветственного слова и зачитывания адреса от председателя Совета Федерации России Валентины Ивановны Матвиенко на сцену приглашается заместитель председателя Совета Федерации Галина Николаевна Карелова. Вагит Юсуфович, уважаемая Наталья Ивановна, уважаемые друзья, коллеги, для меня огромное удовольствие и честь сегодня в очередной раз присутствовать на этой церемонии. Я хотела бы сказать, что о тех делах, которые делает фонд, надо рассказывать больше. И благодаря вот такой церемонии мы имеем возможность хотя бы кусочек результата работы увидеть, узнать и узнать тех людей, которым была оказана помощь. Поэтому, Вагит Юсуфович, вы очень скромный, но красивый человек. И то, что вы делаете такое красивое, достойное дело, я думаю, что мы все это высоко оцениваем, приветствуем, чтобы таких людей было гораздо больше в нашей красивой России. И сегодня я с большим удовольствием выполняю самое серьезное поручение Валентины Ивановны Матвиенко. Хочу самые теплые эмоции, которые Валентина Ивановна просила мне передать, не только букву слова и мысли, но самое главное – наши добрые эмоции. Дорогие друзья, рада приветствовать вас на торжественной церемонии награждения лауреатов ежегодной премии «Импульс добра». Живя в эпоху стремительной модернизации, мы наблюдаем, как быстро меняются общество, люди, их взгляды и цели. Вместе с тем есть вечные, незыблемые нравственные ценности, которые должны всегда оставаться с нами. Милосердие, взаимопомощь, единство – это значимое мероприятие, ярко свидетельствует о том, что в сфере социального бизнеса много настоящих созидателей. Они действительно посылают импульс добра, делая мир вокруг себя лучше. Уважаемые коллеги, выражаю глубокую признательность всем, кто трудится на благо нашей страны, кто по роду деятельности или зову сердца заботится о людях. Спасибо вам за неравнодушие, щедрость, мудрость и отзывчивость. Ваш вклад в решение социальных проблем неоценим. Искренне желаю вам неиссякаемой энергии, дальнейших успехов, реализации всего задуманного. Мы вместе за сильную Россию. Валентина Ивановна Матвиенко. Спасибо вам большое, Галина Николаевна. Да.